16-летнюю школьницу в Актобе будут судить за убийство родной матери. Кроме подростка, под стражу взят и ее 19-летний приятель. После задержания они рассказали жуткие подробности преступления. Как сообщили в прокуратуре, громкое дело уже направлено в суд. Лейла Увесова следит за ходом расследования. Убившая родную мать школьница полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. Как выяснилось в ходе следствия, после жестокой расправы она спрятала тело на балконе, а сама вместе с 19-летним приятелем еще несколько дней жила в той же квартире. Трагедия произошла в начале мая в одной из новостроек в микрорайоне Нур-Актюбе. Девочка вместе с матерью переехала в город из сельской местности. Семья была неполной, снимала здесь жилье и относилась к социально уязвимой категории. В ходе досудебного производства установлено, что о преступлении, совершенном по месту проживания погибшей, обвиняемые сообщили лишь спустя несколько дней. Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан как совершение убийства группы лиц. Расследование завершено. Все материалы нашумевшего дела переданы в суд по уголовным делам. Других деталей убийства, в том числе и мотив, следствие пока не разглашает. Известно лишь, что орудием жестокой расправы стал кухонный нож. Виновным может грозить до 20 лет тюрьмы. Кроме убитой женщины, у подростка больше нет других родственников. Мать воспитывалась в детском доме, а отца 16-летняя девочка не знает. Сама подозреваемая училась в вечерней школе и, несмотря на свой возраст, окончила только 5 классов. Ее приятель, студент одного из городских колледжей, тоже находится под стражей и проходит по делу как соучастник преступления. Лейла Уэсова, Жумарт Кадыбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.